Привет, меня зовут Миша, и ты на канале Education Show. Может ли иностранец, изучающий английский язык, действительно научиться звучать как носитель языка? Я считаю, что с помощью работы и самоотдачи ты можешь значительно улучшить свое произношение и со временем достигнуть этого уровня, когда твой акцент на английском языке будет лишь незначительно отличаться от акцента native speaker. Конечно, все зависит от того, какие усилия ты приложишь. Есть люди, которые просто разбираются в языках и могут очень легко их освоить, но даже им нужно много практиковаться, чтобы звучать как native speaker. Недостаточно знать правила грамматики и иметь обширный словарный запас. Ты также должен усердно работать над своим произношением. Итак. Хочешь ли ты усовершенствовать свой английский, например, чтобы преподавать английский в Китае, или продвинуться по карьерной лестнице, или стать успешным шпионом? Are you a Russian spy? No, sir. Попробуй некоторые из моих советов и методов, которые помогут улучшить произношение в твоем английском. Погрузись в язык. Большинство из нас научились говорить на своем родном языке, потому что росли в окружении людей, говорящих на нем вокруг нас. Будучи детьми, мы приобретаем язык, мы не учим его. Однако во взрослой жизни это меняется, и процесс освоения языка становится более сложным. Так почему бы тебе не воссоздать условия детства? Окружи себя английским настолько, насколько это возможно, и позволь своему подсознанию принять его. Если ты не можешь жить в стране, где английский является общепринятым государственным языком, то ты всегда можешь обратиться к технологиям, ведь как-никак мы живем в 21 веке. Isn't technology wonderful? В наше время у нас есть доступ к огромному количеству видео, аудиоматериалов, есть бесчисленное множество телеканалов, фильмов, сериалов, песен, радиошоу, подкастов. Просто выбери то, что подходит тебе больше всего. Занимайся домашними делами, ешь, играй с своим питомцем и просто позволяй английскому течь в твой мозг. You should just cue the music. Второй совет. Обрати внимание на то, как двигаются твои губы и язык. Многим неносителям английского языка необходимо научиться произносить звуки, которых даже нет на их родных языках. Иногда это может быть довольно сложно, так как твои губы и язык должны двигаться так, как ты к этому не привык. Чтобы преодолеть эту потенциальную проблему, тебе нужно проанализировать, что происходит с твоими губами и языком, когда ты произносишь определенные звуки. Now, close your eyes and open your mouth. Кроме того, внимательно наблюдай, когда говорят носители языка. Обрати внимание на формы, которые принимают их рот и губы. С фильмами или сериалами ты всегда можешь несколько раз отмотать назад, чтобы все рассмотреть. Совет номер 4. Добавь ударение на звуки и слова. Английский язык — это ударение, и иногда, когда ты ставишь ударение не туда, это может изменить значение слова. Например, в американском английском существительное address — это место, где кто-то живет. Well, right now my address is the RMS Titanic. А глагол address — это означает говорить с кем-то. I need to address the nation. Некоторые слова в предложении представляют более важную информацию и произносятся с большей ясностью и силой, чем остальная часть предложения. Ты замедляешься, когда добираешься до важных слов, и быстрее переходишь к менее важным. Следующий совет — это использование идиом и сленга. Идиомы существуют в каждом языке, и, как и в большинстве языков, они все время используются на разговорном английском. Использование красочных фраз, таких как break the ice. So we need to break the ice. Или feeling under the weather. Feeling a bit under the weather, so perhaps we can do this another time. Может повысить уровень сложности твоего английского, сделав звук более естественным и более похожим на native speaker. Если ты общаешься с нейтивом и не понимаешь какое-то выражение, то всегда проси его объяснить смысл. В этом нет ничего стыдного, и запомнится такое выражение надолго. На сегодня у меня все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на наш канал. Увидимся в следующем выпуске.